Пассажиры пригородных электричек и поездов дальнего следования уже успели привыкнуть, что в одном из залов ожидания находятся сотрудники службы судебных приставов. Сейчас проходит очередная акция «Узнай о своих долгах», направленная на популяризацию банка данных исполнительных производств. Это всероссийская ежегодная акция, проводимая в общественных местах. В дни акции у пассажиров есть возможность, не теряя времени, узнать о своих долгах. Любой гражданин может подойти, ознакомиться, при желании расплатиться на месте, погасить свою задолженность. А также как бы информируем граждан, как можно воспользоваться порталом услуг банк данных исполнительных производств. В преддверии новогодних праздников судебные приставы еще раз напоминают: Новый год лучше начинать без долгов. Не надо копить долги. В Новый год, как говорится, без долгов. Заплатить и тем самым избавить себя от множества неприятностей в дальнейшем. Вечером 7 декабря в следственный отдел регионального следственного комитета поступило сообщение о пожаре в квартире дома по улице Вокзальная города Ржева. При тушении огня обнаружило тело мужчины 56-го года рождения. По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Установлено, что в пожаре пострадала девочка, незамедлительно доставленная в больницу. Следователям и криминалистам Следственного комитета проведен детальный осмотр места происшествия. Обстановка зафиксирована при помощи фотосъемки. С целью установления точной причины и условий, при которых имел место факт пожара, назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.